Goodsteam.ru – сайт, на котором есть все новинки, предзаказы, скидки и акции. Кстати, сейчас лето, и это значит, что они каждый день раздают игры всем желающим. Успей забрать свою GTA 5, Ведьмака и другие игрушки. Райгеймеры находятся за этой кнопкой. Тут я, привет. Эй, братва, с вами Серж, и это Open Case номер... 16-17. Так вот, это Open Case номер 21. У меня есть 6 разных ключей, всего лишь 2 шанса выбить 3 ножа. Погнали, давайте начнем, пожалуй, я не знаю, давайте начнем с Хрома 2. С Хрома 2 открыть, понеслась. Давайте, сегодня просто без реально, без всяких считалочек, там был ФАМАС у меня в 100. Господи, Нинегев, нет, пожалуйста, О, это круто. 30 рублей. Но это круче, чем 5. The Nest Case, пожалуй, будет Хрома 1. Ну, Dragon King мне уже по факту не нужен. А вы ВП-боец, нож. Давайте выбираем нож и открываем. Давай, пупсик, гей, пожалуйста, я не знаю, где... Там был Dragon King, сука, я знал, что эта шняга будет меня троллить бесконечно. Но я как бы его уже выбил. И радости были полные штаны, так что можно забыть о нем. Там картель пролетел, твою мать, господи! Да! Да, сука! Да! Я сделал тебя! Я тебя, сука, сделал! Выкуси! А давайте перейдем к брейкауту. Нет, я хочу выбрать другой брейкаут. Я хочу выбрать другой брейкаут. Да где, сука, брейкауты? Вот этот брейкаут хочу выбрать. И Сайрекс. Будет очень круто, если мне выпадет Сайрекс. И давайте смотрим. Смотрим, ребятки, смотрим и надеемся на то, что выпадет стоит. Господи, 19.90, что, где Бизон? Тут я, привет. Да, был у меня P90, P11, P19 Осирис Статрекс, с которым я не бегал, поэтому шлак. Но, кстати, скин прикольный. Между первой и второй перерывчик небольшой. Я решил выбрать 6 кейсов и испытать свою грёбаную удачу. Нет, она не грёбаная, она отличная, я люблю свою удачу. Давайте в таком же порядке. Open Case Chroma 2. О, господи, как много всего, ножи. Шанс 10, 20, 30, 10, все, открыть кейс. Все, понеслась, давай, деточка. Давай, просто покажи мне всю силу кейсов, грёбаный гейб, я тебя люблю! Просто I love you, baby! The Nest Case'ик. Хрома 2, шанс, пожалуй, 20, наверное, да? Да, давайте постепенно будем увеличивать этот грёбаный шанс. Давай, АВП-боец, Галил, господи, Галил, господи, АВП-боец! Ножи! Да, как бы, чтобы взять-то в руки, чтобы сожрать, я не знаю, сломать бы. Брейкаутик. А, давайте, брейкаутик. Я не знаю, шанс 30-очка. Что здесь, Сарекс? Вот не видно чуть-чуть. P90. А, нож-бабочка, градиент. Короче, бабочки, ножи, бабулек. Просто вообще в хлам. Дигл. Давайте, дигл. Господи, все, понеслась. Давай, сука. Давай, дигл. 5-7, птичий, грагулок 18. Я не знаю, пуч... Мать творили в натуре. Шлак, но, сука, красный шлак. Подождите. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Азимов. Я, конечно, не вижу, какое здесь качество предмета, но если верить Стиму, то либо 278, вернее, 175 до 1000. Ну, неплохой дропчик, да. А The Nest... The Next Case'ик. Хансман. Сайрекс уже стоит, значит, мне выпадет Сайрекс. Ну, тут как бы вообще без вариантов, без вопросов. 30%. Вулканы, пустые на атаке, ножи. Ножи здесь, кстати, классные, охотничьи ножи. Атомный сплав. Давайте Сайрекс. Давайте выбиваем Сайрекс. Все, понеслась, ака вулкан, господи, там был вулкан. Ой, у меня в глаз что-то попало. Там было что-то еще красное. Давай, пупсик. Сайрекс, мне, Сайрекс, если. Дец, мать! Ты серьезно? Сука! О, господи. Вы серьезно, да? То есть, как бы стоп-трек, сука, АК-47. Вулкан! Блин! Хорошо. Давайте, операция Вангард. Не знаю, шанс 10, 20, 30. Давайте 30. Я десятку поставил! Ладно, давайте, я не знаю. Save it off, разбойник, М4. Не, мне насрать. Мне выпал, сука, статрековский, мать его, вулкан! Господи, мне все им везет на статреке. У меня остается последний Винтер гребаный офенсив. Давайте, шанс десяточку открыть кейсики. Дуал берец, МП9, все, понеслась. ФАМАС, нож! Там столько красного, М4. Господи, господи, господи. Давай, что-нибудь прикольное, что-нибудь, пожалуйста, сэвэд, гопт, мэмэ! Да, мэмэ не выпало. И давайте еще раз откроем кейсик, где мне выпал гребаный вулкан. Я забыл шанс поставить, твою мать! Победитель просто гениус! Ладно, не будем расстраиваться, мне выпадает что, господи, а вулкан! Хорошо.
Чуваки, мне определенно везет из-за этой футболки. Поэтому царские пальчики вверх за это. Момент истины настал, прими гастал. Предложение обмена и у меня... О господи, это статтрековский, мать его, вулкан после полевых испытаний. О, мать моя женщина. П-90 азимов и безмятежность, и хлеб. А почему 4 трейда? Не понял. Запри... А, блин, там же на синие шмотки какие-то на сайтах ограничения. Что-то там от 7 дней, что-то... А, короче, насрать на эти синие шмотки, это шлак. Fuck yeah, просто I love this gaming. А сейчас мы вернулись в CSGO, где у меня есть еще гребаных 3 кейсика, с которых мне выпадет 3 ножа на изи. Просто, давай, детка, на изичах выпадает мне что? Да! Ох, просто, знаете, как будто, блин, вообще нахрен не встать, не сесть, не пукнуть. 2 желтых ключа, 2 желтых ключа и 2 желтых предмета. Смотрите, прям все как в сказке. Давай, детка, желтый предмет. Сука, я сказал нож! У меня остался один гребаный Winter Offensive. И отсюда может выпасть азимов Redline, чуваки. Redline, мать его. И нож. Давайте, хочу Redline, хочу еще одну Redline. Давай, детка, давай. Не подведи меня, пожалуйста, в последнем кейсе не подведи. Господи, Галил, иди в жопу! Ну что, ребятки, как говорится, не везет с ножами, повезет с калашами. Я очень рад, что я выбил этот гребаный, мать его, статтрек. Калаш, мама родная, мамочки. Собственно, спасибо большое всем за внимание. С вами был Серж, не забываем, что более 5 кейсов в трейд и ваш никнейм в следующем open кейсе. А я пошел нагибать со статтрековского гребаного калаша. Чуваки, я рад, у меня есть линеечка. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Ну а если вы здесь не впервые, то подпишитесь снова. И нас будет еще больше. Поэтому не забывайте что-нибудь еще делать. Не забывайте чистить зубы по утрам, какать по ночам. Нет, как надо перед сном, а то ночью можно обкакаться. Вот, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!